И еще одна история, трогательная и невероятная, произошла в Белгородской области. Мама мобилизованного из коми регулярно собирает гуманитарку для солдат. Раз в две недели волонтеры присылают в Шебеке на собранную помощь. И вот к местным волонтерам обратился солдат, попросив термобелье, зимние штаны и куртки, носки и сапоги. Все собрали и передали, добавив гумпомощи коробки из Коми. Совершенно случайно солдат тоже оказался родом из Коми. А гуманитарка, которая к нему попала, Оказалось, собрана его мамой. Вот так посылка для неизвестного солдата попала в руки к сыну.